только мода, но и душа наизнанку. Завершившаяся неделя моды в Нью-Йорке может претендовать на звание одной из самых откровенных и смелых. Среди моделей – жертвы онкологии. Среди дизайнеров – страдающие неизлечимыми болезнями. О самых ярких показах расскажет Анна Парпура. Провоцировать и удивлять – эти постулаты высокой моды как никогда актуальны в Нью-Йорке. Но чем эпатировать город, который видел все? Нарушать правила – это ответ дизайнеров. Одним из самых громких показов этой недели стала коллекция белья для пострадавших от рака груди. Не скрывать, а подчеркивать несовершенство тела предлагает автор коллекции, американка Дана Донофри. Дизайнер и сама перенесла рак груди, а теперь помогает женщинам, которые утратили самую привлекательную часть тела, вновь почувствовать себя сексуальными. Я чувствую себя восхитительно. Я снова сексуальна и красива. Я снова горжусь собой. Даже свои шрамы я считаю привлекательными. Я жива и чувствую себя прекрасно. И это самое главное. Она почти не говорит, но умеет стильно одеваться. Австралийская модель с синдромом Дауна Мэдалин Стюарт – еще одна сенсация недели моды. Главный подиум Нью-Йорка открылся для нее 2 года назад. Тогда она выступила как модель. И вот теперь на суд модных критиков представлена ее собственная коллекция. У нас часто спрашивали, где мы покупаем одежду, которую носит Мэдалин. Многим нравится ее молодежный стиль – яркие леггинсы и забавные топы. Но Мэдалин всегда хотела доработать эту одежду, сделать ее вещи интереснее, и тогда мы решили, почему бы не сшить свою коллекцию. От болезни тела к болезням общества. На подиуме в Нью-Йорке нашлось место и для самого сексуального преступника США. Отсидевший 2 года за незаконное хранение оружия Джереми Микс теперь дефилирует по залам городской библиотеки. Эпатаж в чистом виде. Среди зрителей звезды первой величины Пэрис Хилтон и Мадонна. Тоже не белые овечки. А этот показ многие критики уже назвали революционным. Коллекция «Космополит». Восточные хиджабы и современные линии в одном ансамбле. Индонезийскому дизайнеру Анисе Хасибиан аплодировали стоя. Ее одежду захотят надеть многие женщины мира, независимо от их религии. Тот пример, когда мода не знает никаких границ. Анна Парпура, Кристина Биткулова, Мир 24.